Ассаламу алейкум, курметы курмендер, в эфире новости на Первом Карагандинском. В студии для вас работает Александр Крылов. Каким будет предстоящий отопительный сезон, об этом рассказал в интервью нашему корреспонденту директор компании «Теплотранзит Караганда» Андрей Липунов. Карагандинские энтузиасты намерены привлекать туристов экскурсиями в шахты. Пришла весна, клещи атакуют. В нашей области уже зарегистрированы случаи укусов людей этими насекомыми. С 10 мая во всем городе отключили горячую воду. Это мероприятие необходимо, чтобы провести гидравлические испытания на сетях. Когда в кранах карагандинцев появится горячая вода и каким будет предстоящий отопительный сезон, об этом нам рассказал в интервью к нашему корреспонденту генеральный директор компании «Теплотранзит Караганда» Андрей Липунов. С начала мая в Караганде перестали подавать горячую воду. Во время уже привычных для карагандинцев отключений специалисты проводят гидравлические испытания. На 90% мы уверены в своих сетях, мы знаем, где и что, какие дефекты есть. Но тем не менее у нас практически 60% это подземные сети, которые ни глазами, ни ушами мы не услышим. Только необходимо гидравлические испытания. И по параметру провода детонка там рвется, поэтому видим, где и какие у нас дефекты. А вот точная дата, когда горячая вода поступит в краны карагандинцев, пока неизвестна. Однако, как говорит генеральный директор компании-монополиста, испытания на сетях продлятся не больше месяца. К концу месяца мы планируем собрать схему горячего водоснабжения. И с первых чисел июня, значит, не буду загадывать, первое число это будет, третье, пятое будет. Но тем не менее, как бы скорее мы начнем подачу горячего водоснабжения на потребителей города Караганды. А вот сама горячая вода, качество которой вызывает у карагандинцев массу нареканий, по словам Андрея Люпунова, соответствует всем нормам. Сами мероприятия по подготовке этой воды, то есть вода берется чистая, она нагревается и пошла в город. Все, трубы, ну, трубы. Трубам тоже, да, уже много лет. Уже есть трубы, которым по 30 лет, еще не мененные. Вот, поэтому, конечно, качество воды, ну, я считаю, что оно, тем не менее, оно соответствует стандартам. Что касается прошедшего отопительного сезона, то он начался непривычно рано, 26 сентября. Это сделано для того, чтобы до наступления холодов дома успели прогреться. В целом по отопительному сезону можно сказать, что прошли мы его нормально. Аварий у нас не было, отказов первой степени тоже не было. Были отказы второй степени, дефекты так называемые, но от них никуда не денешься. То есть трубы, износ труб довольно-таки значительный, поэтому нам приходилось в течение, скажем, очень короткого времени, через светового дня, даже бывало, что привлекали со всех районов технику, людей, и в это кратчайшее время устраняли дефекты и подавали людям тепло. Также Андрей Липунов рассказал о предстоящем отопительном сезоне, подготовка к которому уже идет полным ходом. Из республиканского бюджета были выделены немаленькие суммы, а именно более миллиарда тенге на реконструкцию нескольких тепломагистралей города. Так реконструкция ждет теплосети, ведущих к Пришахтинску. Их полностью заменят с помощью новых технологий. Это полностью устранит все имеющиеся проблемы с теплоснабжением в домах Пришахтинска. Ремонт коснется еще нескольких тепломагистралей города, в частности трубопровода на юго-востоке. В этом году у нас начало реконструкции. Это не просто замена трубы на другую. Это будет изменение диаметра трубопровода, изменение метода трассы прокладки. Значит, будет полностью меняться труба. Потом, как у нас зона, скажем, строителей, шахтеров, она очень тяжела в откачке. То есть трубопровод, диаметр трубопровода недостаточно, чтобы там было качественное теплоснабжение. Ирина Камышова, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Карагандинские энтузиасты намерены привлекать туристов экскурсиями в шахты. Экомузей и туристические агентства считают, что закрытые шахты можно превратить в целые выставочные залы. Существует легенда, что в 1833 году на месте нынешней Караганды мальчик-пастух Аппакбайжанов нашел уголь. В конце 19 века началась добыча угля сначала русскими купцами, затем французскими и английскими предпринимателями. На рудниках работали жители поселков Большая Михайловка, Тихоновка, Зеленая Балка и Новоузенка. С того момента карагандинский угольный бассейн начал развиваться и превратился в один из крупнейших в мире. Эти и другие исторические моменты нашего города интересуют туристов. Как утверждают местные туристические агентства, многие иностранцы тоже хотят увидеть шахты.
К нам поступают запросы иностранных туристов по поводу посещения шахты, так как они наслышаны, что Караганда – это высшая угольная столица Казахстана. А в 2010 году у нас был единственный раз, когда мы возили группу иностранных туристов на шахту Костенко с целью посещения музея и территории шахты. Но после этого в 2011 году, в прошлом году, мы тоже обращались к руководству шахты с просьбой разрешить экскурсии в музей, но нам прислали ответ, что музей закрылся, и в связи с сокращением должности сотрудника музея экскурсии не проводится, и с целью сохранения мер безопасности туристов на объекты шахты не пускают. Несмотря на небольшое желание туристов и неоднократное обращение, администрация угольного департамента не пошли навстречу, утверждая, что посторонние лица, в их числе экскурсанты, не знают специфики работы горного предприятия. А несоблюдение правил безопасности или неправильные действия даже одного человека могут подвлечь катастрофические последствия для людей. Но специалисты экомузея уверены, что в нынешних шахтах, где ужесточена безопасность, можно проводить экскурсии. И не обязательно входить в глубокое помещение шахты. Достаточно показать штрихи. Даже ту же учебную шахту горного, где имитируют настоящую подземную промышленность, можно превратить в музей, говорит Руслан Телегин. Он уверен в том, что экскурсии по таким лабиринтам будут интересны многим, а особенно иностранным туристам. Во всем мире, скажем, подобные промышленные, постпромышленные объекты становятся туристическими объектами, потому что в шахтах неглубокого залегания удобно хранить вино, там постоянная температура, там выращивают шампиньоны, там делают отели, там делают выставки, делают лечебные комнаты. Мы бы могли тоже, в принципе, этот опыт использовать, не обязательно человека на километр помещать под землю, чтобы он там экстремально себя чувствовал горняком, речь же об этом не идет. В Караганде есть шахты, которые открылись еще в 19 веке, а в качестве экскурсовода в музеях индустриальной культуры вполне могли бы работать бывшие работники шахт. Уж они точно могли бы рассказать много интересного, отмечает Руслан Телегин. Но сейчас доступ на шахты закрыт. В данный момент ознакомиться с настоящей жизнью шахты можно только в музее. Марал Тукенова, Толя Геналипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Пришла весна, клещи атакуют. В нашей области уже зарегистрированы случаи укусов людей этими насекомыми. К счастью, местные клещи гораздо безобиднее своих собратьев из других областей Казахстана. Однако медики призывают не терять бдительность, находясь на природе. Весна – не только пора пикников и выездов на природу, но и сезон активности клещей. Эти с виду безобидные насекомые могут стать источником инфекционных заболеваний. Самым распространенным является клещевой энцефалит, который приводит к поражению центральной нервной системы. По республике зарегистрировано 40 случаев заболевания энцефалитом. У нас в основном регистрируется это в южных регионах, такой как Восточный Казахстан, Алматинская область, город Алмата, Акмолинская область, вот таких. А в нашей области? В нашей области не регистрируется в данном случае. Угу. По поводу заболевания клещевого энцефалита у нас ситуация удовлетворительная. У нас не регистрируется случай заболевания, и наша область считается благополучной, то есть на неэндемичной территории. Каждый год лаборанты выходят в поле, чтобы собрать клещей и проверить их на наличие инфекции. За сезон в области их собрано уже 15 тысяч. Хоть в наших степях насекомых, разносчиков инфекций никогда не было, тем не менее, находясь на природе, бдительность соблюдать просто необходимо. Если вы все-таки отправились на прогулку на природу, советуем вам придерживаться нескольких простых правил. Оденьте куртку с плотными резинками на манжетах. Желательно, чтобы вся кожа была закрыта одеждой. Пребывая на природе, не забудьте про головной убор. Если вы все-таки обнаружили клеща на своем теле, обратитесь к врачу. Если же такой возможности нет, медики дают несколько советов, как самостоятельно можно извлечь насекомое. Масляными растворами, да, и медленными раскачивающими движениями из стороны в сторону можно их удалить. И при этом нужно будет место укуса обработать любым спиртосодержащим препаратом. Ирина Камышова, Кайрат Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Современный школьник обязан знать, как правильно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Не только на картинках в учебнике, но и на практике. Спасение в воде, тушение пожара и оказание первой медицинской помощи – такие нормативы сдавали карагандинские школьники на городской олимпиаде «Юный спасатель».
Центральный парк сегодня стал площадкой спортивных состязаний. На 9-ю открытую городскую олимпиаду «Юный спасатель» съехались 19 команд со всей области – Балхаша, Сарани и Темиртау. И основная задача – сформировать у них определенный образ жизни, здоровый образ жизни, плюс дать уже чтобы практические, теоретические знания по поведению при любых видах ЧС. Каждая команда обязана иметь название, девиз, эмблему и единую форму одежды. Юные спасатели из 16-й школы нацелены только на победу. Само название команды говорит за себя. Наш отряд расшифровывается: бесстрашный, отважный, смелый, серьезный, активный. Мы ездили по всяким организациям. По каким? По ЧС, пожарная часть, спасательные работы. Чему вас там учили? Нас учили одевать костюмы на время, тушить пожары, лазить по канатам. Ну, сегодня мы очень хорошо готовились, мы победим. Мы приехали за победы. Победы, ничего кроме победы. На 6 этапах юные спасатели будут соревноваться в спасательных работах на воде, проводить поисково-спасательные работы, оказывать доврачебную помощь пострадавшим и демонстрировать знания правил дорожного движения. Словом, все то, чем каждый взрослый опытный спасатель занимается каждый день. Победители, показавшие лучшее время и лучшие результаты, будут награждены ценными подарками. Сегодня состоялась областная военно-спортивная эстафета среди учащихся технических профессиональных лицеев. Мероприятие направлено на воспитание у молодежи активной гражданской позиции. Организаторами эстафеты стали Управление внутренней политики области и молодежное крыло ЖАС «Отан». Автомат собрать! Разборка и сборка автомата – это лишь одно из заданий, которое предстоит выполнить участникам военно-спортивной эстафеты. Также участников будут оценивать по строевой подготовке, общей физической подготовке, скорости одевания противогаза, а также насколько правильно юноши и девушки могут оказывать первую медицинскую помощь. Такие мероприятия, по словам организаторов, не только пропагандируют здоровый образ жизни, но и воспитывают у молодежи активную гражданскую позицию. Цель сегодняшнего мероприятия – это военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. И самый главный акцент мы сделали на лицеистов. То есть это возраст те, которые обучаются в профессионально-технических лицеях. То есть если у нас студенчество молодежным крылом ЖАС «Отан» больше охвачено, сейчас мы сделали акцент на именно тех профтехучилище. Военно-спортивная эстафета, которая называется, да, она будет воспитывать в наших подростках, в наших детях, в первую очередь, мужественность, это отношение к воинской службе, потому что вы видите, что с каждым днем мы хотим повысить еще и отношение к воинской службе, потому что за определенный период времени у нас как бы потерялся статус военнослужащих. А кто будет служить в войсках? А вот на этом этапе участники на скорость одевают противогазы. Ловкость рук и быстрота движений помогут одержать победу, говорят военнослужащие. Газы! Глаза закрыты, рот закрыты. Победители военно-спортивной эстафеты ждут ценные призы от организаторов. Полиция Карагандинской области просит граждан быть бдительнее. Жительница Караганды, испугавшись за дочь, добровольно отдала мошенникам около 2000 долларов. 10 мая в полицию обратилась 46-летняя женщина, которая рассказала, что на ее домашний телефон позвонил неизвестный мужчина и, представившись сотрудником полиции, потребовал 2000 долларов. Схема, по которой действовал лже-полицейский, оказалась просто классической. Он сообщил женщине, что ее дочь задержана за хранение наркотиков. Чтобы по-хорошему уладить эту ситуацию, он потребовал приличную сумму в долларах. Деньги приказал упаковать в пакет и скинуть с балкона. Испуганная дама так и поступила. По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция Карагандинской области ищет преступника. Турнир сильнейших молодых боксеров подошел к своему логическому завершению. Сборная самых перспективных бойцов уже выявлена. Все они направятся на чемпионат Азии. А пока, после трудных боев, заслуженный отдых. Сегодня завершился турнир сильнейших среди возраста, среди молодежи. Здесь я был очередной отбор для участия в чемпионате мира. Предстоящий будет осенью, который пройдет. Здесь участвовало 64 боксера из всех регионов Казахстана.
Говорить об интересе бойцов здесь не приходится. Отбор в сборную страны – лучшая мотивация для каждого боксера. Участие также является престижным. Сюда приезжают посмотреть спортсменов многие тренера. И кто знает, может быть, завтра проигравшего позовут в главную команду страны. Также не преминули сюда приехать и высокие гости, такие как обладатель золотой олимпийской медали в Сиднее Ермахан Ибраимов. Со слов чемпиона, здесь всегда есть на что посмотреть, так как Карагандинская школа бокса – одна из сильнейших. На следующей неделе мы поподробнее расскажем о турнире сильнейших боксеров. Следите за программой. Александр Крылов, Дмитрий Оборок, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. На этом наш выпуск подошел к концу. Помните, если у вас есть интересная информация, вы хотите поделиться, телефон нашей редакции остается прежним 420649. Также оставляйте свои отзывы, комментарии и пожелания на нашем сайте, адрес которого сейчас видите у себя на экране. На этом у меня все. Всего доброго. Саубон здар.